В учебном центре стоматологической клиники «Дентамед» состоялся семинар «Медицинская документация. Новые реалии». Участниками курса стали руководители крупнейших стоматологических центров из Башкирии, Татарстана, Ульяновской и Нижегородской областей. Врач видит, что зуб надо удалять, а пациент не хочет. Он настаивает, чтобы врач вылечил. Говорит, потом подписывается отказ. Имеет ли этот отказ юридическую силу? Юридическую силу он имеет. Имеет. Да. От грамотного взаимодействия стоматолога и пациента зачастую зависит эффективность и результативность лечения. И хороший врач это знает. Если ты свою работу сделал на отлично, но не оформил документы должным образом, то в любом суде ты можешь проиграть, потому что у тебя не оформлена документация. И сегодня это имеет для врача очень важное значение. Курс основан на реальном опыте двух экспертов. Это президент-элект Стоматологической ассоциации России, ведущий эксперт Росздравнадзора Андрей Еременко и ведущий юрист Вадим Черкашенин. Программа посвящена медицинской документации и разделена на два блока. Первый блок – это юридический блок. Какие документы должна заключать медицинская клиника с пациентом, какие требования есть к этим юридическим документам, какие подводные камни бывают, где типичные ошибки клиник при заполнении документов. Все это мы будем разбирать в первом блоке. Второй блок у нас будет посвящен медицинской документации, а именно ведение стоматологических карт. Я думаю, это очень полезный курс будет для медицинских клиник. Знание и соблюдение юридических аспектов сокращает риски клиники при оказании медицинских услуг и общении с пациентами. Эксперты считают, что знания, полученные в ходе семинара, помогут врачам-практикам не только устранить коммуникационные проблемы, но и позволят в дальнейшем максимально четко и грамотно заполнять как юридические, так и медицинские документы. Каждый слайд – это ситуация, с которой наши коллеги сталкивались, и, собственно, как эту ситуацию решать, чтобы было безопасно и качественно для пациентов, ну и, конечно, максимально безопасно для специалистов. Очень открытая подача, материал очень актуальный, все расписано, можно сказать, по полочкам, поэтому это нам очень важно для нас это, и мы смотрим, как это происходит сейчас в реалиях.